Лекция за номером 199. Скоро юбилей. Так, начинается с письма самого Сергеева Николая Георгиевича. На данный момент один из самых авторитетных садоводов России. Вот, спросите, кто авторитетный, я затрудняюсь сказать. Вот, ну, естественно, что для него вот это вот такая обыденность, смотрите. Он тут что мне написал? Ага, посылай фото твоего сеянца. Твоего, это моего. Так, 48 грамм. Ну, что я скажу? Николай Георгиевич, волшебник. Вот, а те девочки, которые... Помните, дички? Ну, еще одни дички. 100 или 200 или 300 какой-то пример. Вот хоть бы один раз, ну кто-то пришлите мне дички и скажите, что это из ваших косточек. Ни черта не получается.